Отныне главная улица села Дружба, улица 50 лет Октября, будет носить имя кадия Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Ибрагима Хаджи Качиева. Сегодня исполнилось 2 года, как не стало известного в республике и за ее пределами имама-наставника тысяч людей. На открытии улицы и арки собрались односельчане Ибрагима Хаджи, представители власти, духовенства, гости из городов и районов. Алла Качиева подробнее. Ну, это был действительно человек с большой буквы. Обычно говорят же вот про людей выдающихся. Он был действительно выдающийся. Он не только в этом селе работал, он по всей республике был действительно выдающийся человек. Кадий Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Ибрагим Хаджи Качиев обладал непререкаемым авторитетом. Объединял людей. К нему прислушивались, спрашивали совет как молодые, так и люди старшего поколения. Мудрый, добрый, благородный имам села Дружба Ибрагим Хаджи за свою жизнь помог сотням, а то и тысячам людей. К примеру, с его помощью жилье обрели более 57 республики. Каждый раз, когда к нему обращались, каждый раз, когда ему говорили, что там кто-то есть, у которых дома сгорели, есть, у которых дома под снос пошли, он первым туда приходил. Нам, честно, если сказать, что его не хватает, вот, ну, я тоже какое-то иное количество прожил, но в любом случае, ну, после отца я, наверное, обращался к нему со своими вопросами. Я без ответа на свои вопросы от этого человека не уходил. «Совершенствуй нрав и познаешь Господа» – эти слова стали жизненным девизом самого Ибрагима Хаджи Качиева, а также наставлением имама для сотен соратников по вере. Они высечены на арке, установленной при въезде в село Дружба, и которая стала еще одной достопримечательностью Прикубанского района. Центральная улица населенного пункта впредь будет носить имя Ибрагима Хаджи Качиева. От имени главы Карачаево-Черкесии к собравшимся обратился первый заместитель председателя правительства республики Хазарчик Куев. Сказал, что не просто был моим другом Ибрагим Хаджи, он был для меня большим человеком, который давал много советов, которые помогают и по сей день. Прошло 2 года, как не стало Ибрагима Хаджи Качиева, который стоял у истоков возрождения ислама в республике. Более 40 лет был имамом села Дружба. Но слова духовного лидера, добрые деяния, долгие годы будут в памяти людской и достойным примером для подражания. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.